Степень поражения пчелиных семей зависит от различных характеристик пчел. Одной из них является чистка тела. Пчелы с паразитом ведут себя характерно. Сильно отряхивая брюшко, они показывают сапрофитов другим пчелам и просят их помочь в борьбе с паразитом. Пораженная пчела пробует стряхнуть или конечностями сбросить паразита. Однако зачастую ей это не удается. Такое состояние можно распознать в семье по поврежденным сапрофитам в естественном остатке. Чтобы это проверить, следует регулярно вынимать из улья донные вставки. Они дополнительно должны быть предохранены от муравьев, которые выносят мертвых паразитов. Мертвых сапрофитов проверяют со стороны брюшка при 40-кратном увеличении. Часто встречаются повреждения. Например, тут повреждена вторая и третья правая нога. Чтобы исследуемая проба была репрезентативной, она должна включать 20 сапрофитов. Процентное повреждение сапрофитов в пробе служит для оценки повреждения паразитов пчелами. Другим защитным механизмом является открытие и чистка пораженных ячеек расплода кормилицами. Поражение в ячейке ведет к изменениям, из-за которых необходимо удалить расплод. При многочисленном участии пчел пораженный расплод быстро удаляют. Однако после открытия запечатанного расплода самки убегают от пчел. Игловой тест обеспечивает быструю проверку гигиены расплода.